Сегодня скончался экс-депутат Госдумы и бывший помощник президента Татарстана Тимур Акулов. Он ушел из жизни на 66-м году. Панихида состоится завтра в 10 часов утра в театре имени Кореева. В Кукмарском районе утонул полуторагодовалый мальчик. По предварительной версии, оставшись без присмотра, ребенок близко подошел к краю берега и упал в холодную воду. Спасатели настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра. Грозу и резкое потепление обещают нам синоптики сегодня. В большинстве районов Татарстана пройдет дождь, местами с грозой. Максимальная температура воздуха днем 20 градусов выше нуля, на крайнем юге до 26 тепла.